Здравствуйте, друзья! Сегодня я вас приглашаю на онлайн-экскурсию по древнему городу Феодосию. Проедем по старым улочкам города Феодосии и по центру города. Сегодня в Крыму снегопад, намело снега, настоящие сугробы. Вот мы едем по старому городу, район Генуэзской крепости. Построена генуэзцами 13-14 век. Вот впереди уже открывается замечательный вид на море. Плохо видно само море. И подъезжаем древнему храму. Иверской иконы Божией Матери. Храм называется. Ну действительно, сколько мы в Крыму живем, но чтобы вот такие сугробы намело. Вот она, сама Генуэзская крепость, и мы видим башню Криско, в переводе башня Христа. На ней были установлены первые в Восточной Европе механические башенные часы. И сама остатки Генуэзской крепости, стена оборонительная. И вот башня Климента, прямо, святого Климента. Мы, можно сказать, не едем, а плывем по дороге. Дорога скользкая. Попытаемся сейчас заехать по льду. Вот еще метель продолжается. Ну, в принципе, заехали. Продолжаем свою экскурсию дальше по улочкам старого города. Деревья красивые в снегу. Да, Крым вообще замечательный. В любое время года. Обратите внимание сейчас на деревья. Огромные деревья свисают свои ветви прямо почти до земли под тяжестью снега. Феодосия — необычайно красивый город, можно сказать, памятник под открытым небом. Здесь очень много достопримечательностей. А растает снег, мы обязательно вернемся в город Феодосию, чтобы показать вам все красоты этого замечательного города. Птицы даже не улетают, машина едет, даже не боятся. Сейчас с левой стороны мы будем проезжать с вами парк Мурсад. Здесь был один из самых больших рынков работорговли. Вот он, огромный сквер. Сейчас на нем находится детская площадка. Раньше здесь была огромная мечеть, потом мечеть разрушили, построили собор Александру Невскому. И разрушили собор Александра Невского. Вот мы едем по старой части города Феодосии. Вокруг парка Мурсад. Здесь впереди
находится в сквере древний армянский храм. И там находится могила Айвазовского, Ивана Айвазовского. Зимняя сказка в Крыму сегодня. Конечно, снег через пару дней растает. Плывем по дороге. Скользко. Сейчас мы с вами подъезжаем к платановой аллее. Уникальные деревья платаны, им более 200 лет на этой аллее. С правой стороны сами платаны. Вон они, светлые такие стволы деревьев. Едем мы по улице Горького. Центральная часть города Феодосии. Подъезжаем к Феодосийскому морскому торговому порту. Красивые улочки Феодосии. Особенно, когда все деревья в снегу. Детям сейчас раздолье на санках покататься. Узенькие такие улочки. Даже не улетает с дороги, когда машина едет. Скатываемся вниз. Подъезжаем с вами, друзья, к центру города. Все заснежено. С левой стороны магазин «Новый свет». За ним идет центральный
рынок города Феодосии. Снег еще толком не чистили после огромного снегопада. Нет, вот дворники уже что-то, дорожки чистят. Едем с вами, друзья, по улице Федько. Это уже почти выезд с Феодосии. С правой стороны сейчас будем с вами проезжать Комсомольский парк. Красиво очень на улице, когда все в снегу. С левой стороны сейчас, смотрите, подъезжаем к очень красивому храму Феодосии. Екатерининский храм он называется. Находится он на автовокзале города Феодосии. Вон он какой красивый, как теремок, белоснежный. А это, в принципе, уже центральный автовокзал города Феодосии. Ворота храма. Здесь вот мы видим памятник святителю Луке Крымскому, Войно-Ясенецкому. Установили не так давно. Сейчас мы развернемся и посмотрим храм поближе. Смотрите, какая красота. Сейчас покатимся с небольшой горки. Улица Крымская. Продолжаем мы свой маршрут по городу Феодосию. Широкая торговая улица. Здесь множество бутиков, магазинов, кафешек, рынок продовольственный. Смотрите, какая широкая улица. В принципе, мы подъезжаем к самому рынку на улице Крымской. С левой стороны магазинчики, сама торговая улица. Мы продолжаем плыть по дороге. Дорога скользкая. Вот мы с вами, друзья, подъезжаем ко второму местному автовокзалу. Здесь, в принципе, центральный рынок находится, феодосийский.
Вот мы видим автовокзал. Супермаркет Пут, торговая сеть по всему Крыму. И вот с правой стороны, вот напротив нас, начинается центральный феодосийский рынок. Теперь он уже слева. Вот здесь вот. Улица Земская. Местный Арбат, можно сказать. Здесь находится администрация и пешеходная зона к морю. Вот смотрите, какие красивые фонари стоят. Подъезжаем с вами, друзья, к самому центру Феодосии. Здесь находится железнодорожный вокзал города Феодосии. И на этом пятачке, на этой площади проходят все мероприятия, посвящены событиям, праздничным мероприятиям. Вот здесь вот находится трибуна. Вот мы видим сам железнодорожный вокзал. Буквально в 100 метрах от моря. Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Конечно, все красоты этого замечательного города я вам сейчас за один день не смогу показать, но мы обязательно вернемся в город Феодосию, когда растает снег, будут уже более красивые такой пейзажи, все будет расти, цветы цвести. Подписывайтесь на наш канал, друзья, нас ждет много увлекательного, интересного. Будем с вами путешествовать по крымским городам, прибрежным поселкам. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.